Audio. Дорогие друзья, большой всем творческий привет! Мы продолжаем наш ювелирный проект «Александрия», представленный кольцом из белого, желтого золота, с бриллиантами и созвучными определению проекта камнями-александритами. Из вступительного ролика вы видели, что я занимался изготовлением дигеля изделия, то есть его подпаечки, и прокатом для формирования шинки. Кстати, про дигель я бы сказал отдельно несколько слов. Почему? Потому что новички часто не понимают, для чего нужен дигель. И когда человеку говоришь, вот сейчас мы делаем верхушку, потом мы делаем дигель, нижний ярус, у многих в голове такой щелчок происходит и вопрос, а зачем он нужен, этот дигель? В принципе же можно без него. Ну можно, конечно, без него. Вопрос, что вы хотите получить на выходе. Или околоювелирную безделушку, или все-таки художественное изделие. Вся моя ювелирная деятельность и мой канал направлены и заточены под изготовление ювелирных изделий, близких к ювелирному искусству. Я не говорю, что я прямо занимаюсь ювелирным искусством, потому что в масштабах моего производства это будет очень пафосно. Поэтому я говорю немножко скромно. Но все-таки, кстати, если вы попробуете загуглить, что же такое дигель, алгоритмы YouTube попробуют вас перенаправить. Полагаю, что вы допускаете ошибку и хотите написать и либо никель, либо дивигель какой-то там есть, еще либо двигатель. То есть термин дигель, он достаточно такой, знаете, сугубо ювелирный. И ну, широким массам, и Google в том числе, он не знаком. На самом деле дигель-то нужен, конечно, далеко не всегда. Это зависит от специфики и образа вашего ювелирного изделия. Что вы хотите им сказать, что вы хотите изобразить. Если это какая-то абстрактная форма, пришивать туда дигель может быть абсолютно лишним. Или скульптурное изображение ювелирного изделия, близкое к природе, анатомии. Или, может быть, ну, имеющее уже самодостаточный объем. Поэтому, ну, если мы говорим о ювелирном изделии, как то, которое мы сейчас исполняем, да, оно у нас будет с камнями, да, имеет определенную форму, рельеф, но как бы то ни было, основа этого кольца это все равно плоская пластинка, хоть и ажурно решенная. Поэтому тут дигель обязательно нужен, потому что таким образом мы придаем изделию дополнительный объем. Плюс линия воздуха, разделяющая верх изделия и, собственно, сам дигель под паечку, она создает дополнительную легкость и изысканность изделия. Кроме того, ажурно пропиленный дигель прикрывает нижнюю голую сторону той самой верхушки. Так, ну а что сейчас? Сейчас мы продолжим изготовление. Из развальцованного золотого проката мы формообразуем шинку, придадим ей легкий погиб. Почему? Потому что оставлять для художественного изделия топорную прямую шинку будет очень, ну, скучно, грубо и неинтересно. И займемся пайкой пресловутого дигеля и нашей шинки кольца. Ну, давайте, вы сейчас все увидите.
Я, ребят, даже устал, честно говоря. Кстати, клиенты, когда получают свою долгожданную вещицу, часто задают вопрос: а сложно было? Я думаю, что ювелиры, которые работают более 10 лет, а я тут поймал себя на мысли, что в профессии уже 21 год. То есть я поступил в Уральское училище, начал осваивать металл в 16 лет, ровно 21 год назад. Так вот, те ювелиры, которые работают более 10 лет, понятие «сложно» им не знакомо. Да, бывают ювелирные изделия более короткие по изготовлению, бывают более продолжительные, трудозатратные. Но что такое «сложно»? Это звучит так уже немного незнакомо, потому как сложности возникают у ювелиров обычно из-за чего? Когда они не могут предвидеть те неприятности, которые могут всплыть из-за чего? Из-за неопытности. Да? Ну, то есть, к примеру, ювелир, который способен прогнозировать изделие, он может также прогнозировать и все неудачи. И технологию изготовления ювелирного изделия выстраивать так, чтобы этих неудач не было. Просто их аккуратно обойти. Поэтому сложности я уже давно не видел. Другое дело, что существуют операции в ходе изготовления, которые могут, может быть, требуют наибольшей ответственности и внимательности, такие как пайка. Потому что мелкие недочеты, которые у нас могут возникать при подрезке гнезд, там, к примеру, или постановке закрепки камней, один камушек может чуть неровно встать и так далее. То есть это те недочеты, которые не сыграют фатально на изделии. Но если у вас изделие искривится при пайке, сместится, появится ступенька, отойдет от оси, вот такая ошибка уже будет наглядна, и тут уже не поможет ничего. Поэтому после пайки обычно сильно устаешь. Поэтому сейчас небольшой минутный кофе-брейк, чтобы взбодриться. И, кстати, еще бульончик надо будет сварить. Ну или просто обновить, потому что в этом уже одна грязь плавает. Многие ювелиры, как оказалось, и не знают, что такое бульончик. Сейчас узнаете. I give you all my honey.
was a man. What's a man got to do? Yeah, what's a man got to do? Ну что, друзья, львиную часть работы мы успешно проделали. Мы закончили монтировочный процесс изготовления, после чего, как изделие отбелится, кстати, для отбеливания изделия я использую вот такой вот бескислотный отбел. Он слегка розового оттенка, продается на вес в ювелирных магазинах. Есть еще фиолетовый. Ну, я им очень доволен, работать с ним намного приятнее и менее вредно, чем с кислотами. Так что рекомендую. Ну и как изделие отбелится, мы приступим к финишной обработке и закрепке. Друзья, впереди нас ждет финальный ролик, где мы займемся закрепкой камней. Я говорю об этом обособленно, потому что изделие на самом-то деле уже готово, уже у заказчицы, и она им очень довольна. Но те виды закрепки, которые нас ждут сейчас, на самом деле по-хорошему, вы могли судить о них уже в ходе монтировочных операций, потому что изделие должно быть для вас уже очень читаемо. Это будет фаденовая закрепка. Это будет глухая закрепка центрального камня и крапановая закрепка самих александритов. Поэтому, кто еще не изучил контент, рекомендую присоединяться к каналу и штудировать, и изучать его внимательно. Кстати, очень надеюсь, что в будущем мой канал, возможно, будет тем маленьким спасительным островком для людей, ювелиров, которые хотят творить не только ради денег, но и ради идеи. Потому как ювелирное искусство в наши дни, оно просто задушены ширпотребом. И, конечно, развивающимся молодым специалистам очень тяжело. Ориентиры у них могут быть сильно сбиты. А следующий выпуск у нас будет посвящен тому виду ювелирного украшения, которого еще пока не было на канале. И это будет не совсем привычный для многих ювелиров подход к изготовлению. Так что до встречи в следующем сюжете. А пока займемся закрепкой.